Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали. И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша. И, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе. И какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно. Привет, на связи Таня Брайт. Это был челлендж «Как сочинить песни» с теми словами, которые вы мне написали.
И даже не на каждое слово, я решила сделать сразу на все. Картошка, это я, Даша, сердце, класс, школа. Давайте проверим, получится ли. Это я, девочка Даша, и, наверное, мы стали старше. А ты вспомни, как будто мы в школе, и какими мы были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую. В школе вас были веселыми. Хватались за ручки, хватались за ножки и ели картошку хрустящую. А сердце сказало: любить это важно, встретить любовь настоящую в школе возможно.